снести дом печати и построить на его место парковку для ТРК Туймаада, предлагает депутат Ильтумен Виктор Федоров. По его мнению, это решит проблему парковки торгово-развлекательного комплекса. Изначально земельный участок, где сейчас расположен торговый центр, был предназначен под производство. На дискуссионной площадке на тему застройка центральной части города Якутска Виктор Федоров выступил с предложением выкупить здание дома печати и построить на месте парковку республиканской инвестиционной компании. Также в ходе обсуждения были представлены различные точки зрения, составлены рекомендации по проблемам платной застройки и с парковкой в центре города. Одно из них – это введение ограничения высотных зданий. В соответствии с генеральным планом, вся центральная часть города Якутска, она предполагается, что реконструкцию, значит, в капитальный жилой фонд, ну, определенной этажности. Раз мы принимаем ограничение высотности, мы должны дополнительно работать над тем, как все-таки содержать хотя бы в надлежащем состоянии те объекты, которые сегодня вызывают опасения.